Огромный-огромный привет всем зрителям моего канала. Я начинаю свой новый влог. Вы на канале Мисс Карина Зав. Мир глазами женщины. И меня зовут Карина. Я автор этого канала. Ну, мое традиционное приветствие. Я думаю, что те, кто смотрит меня, постоянно уже привыкли к этому. Но, тем не менее, повторение моего учения. Может быть, кто-то заглянул впервые на мой канал. Сегодня 14 февраля, День влюбленных. Я знаю, что к нему относится, к этому празднику 50 на 50. Кто-то празднует, кто-то считает, что это совершенно не православный никакой праздник, и нужно на него закрыть глаза и совершенно даже не думать отмечать его. Но я вас призываю отмечать не День Святого Валентина, а я вас призываю отметить День любви. И возможно, что этот праздник стоит отмечать каждый день, 365 дней в году, потому что любить никогда не бывает вредно, любить никогда не поздно, и я думаю, что это даже полезно. Поэтому с праздником вас всех, любите, будьте любимыми. И я не знаю, кому что-то подарили, не подарили. Муж со смены пришел и принес торт тирамису, и мы попили чай. Серафим смотрел про ослика Тро-Тро, но как только слышит, что я включаю камеру и начинаю запись чего-либо, он тут как тут обязательно внесет свою лепту. Наверное, побежал за своими игрушками, чтобы прийти, все показать, что почем и что он там делает. Да, я собралась погладить. Но прежде чем я поглажу, надо выпить чаю. И что такое? Тут где? Что-то сейчас рассказать хотел? Здесь пачки, которые про меня папа купил. Вторая. Что есть у меня таблички для меня и кепочка для меня. И Мишка. Михаил Потапович зовут. Я, как всегда, в воскресенье смотрю очередной выпуск «На все вместе». И мы всей семьей заболеваем, следом за Серафимом. Ему-то уже гораздо лучше. Только нам надо добиться, чтобы у него все откашлялось, мокрота. Он у нас конем бегает, а мы всей семьей, вплоть до того, что даже мама моя, мы одинаково с ней в ночь почувствовали себя плохо. Не знаю, выпила ремонтадин противовирусный. Может быть, что-то я и перебью болячку в себе. Ну, видимо, какой-то вирус хороший. Ходит и у мужа тоже. Сопли текут, голова, говорит, раскалывается. Муж вообще у меня как-то расклеился. В том плане, что раньше он мог болеть один раз в 5 лет. А теперь иммунитет вообще никакой. И у меня вот. Ну, посмотрим. Я надеюсь, конечно, на лучшее. Как мне говорят все мои знакомые, Карин, тебе, говорит, болеть-то нельзя. Ну, конечно, нельзя. Потому как 24 часа в сутки с Серафимом это я. У мужа посменно работа, он может уходить и в ночь. Мама с нами не живет, я имею в виду бабушка Серафима. Поэтому куда болеть? Конечно, я только с Серафимом. А если я слягу в лёжку, то... Приготовила сегодня оладьи. Это, можно сказать, 23 февраля я сделала подарок Серафимке. Он у меня очень обожает оладьи, блины. Он может их есть просто даже вот гальон, без всякой начинки, без всего, без варенья. Но вчера папа еще купил вот такой вот махеев джем клубничный. Поэтому было очень вкусно оладьи вот с таким вот джемом. Папа у нас не очень, конечно, поэтому страдает, а вот сын меня любит. И так как мы любители все жареной картошки, я нажарила картошки. Вот кусочек уже тут отгребла. Серафим сел есть, а Женя пошел за килькой в магазин.
Я килька грежу. Нет, я не беременна, не подумайте, но я килька грежу уже, наверное, дня три. Мне так хочется кильки. Так что, может быть, Женя возьмет кильки, мы поедим картошку. Сегодня вторник, 25 февраля. Мы с Серафимом ходили в детскую консультацию, чтобы взять справочку в детский сад, послушаться, посмотреть горло, все хорошо. Зашли в Пятерочку, и я решила попробовать вот такую лазанью болоньезе с сыром в соусе бешамель от Мираторга. Вот мне было лень готовить. Я сама по себе не люблю готовить, хотя муж говорит, что я вкусно готовлю. Но, впрочем, я уже говорила, что многие, кто пробует мою стряпню, говорят, что все очень вкусно. Ну, я не любительница стоять около газовой плиты, вот постоянно какие-то новые блюда изобретать. Или даже, если не новые, а по какой-то, вот знаете, книге рецептов там что-то интересненькое готовить, что уже до меня изобретено, но рецепт очень вкусный. Я не любительница этого, и я решила, что возьму-ка я вот это, скушаю. Ну, ничего так, ничего. Серафиму не понравилось. Он попробовал, сказал, что нет, я такое не буду. Он больше любитель у меня пельмени, картошка, хоть жареная, хоть пюрешка, и сосиски. Да, и от наггетсов он тоже не отказывается. Вот это у него в приоритете. Я решила попробовать, знаете, мы без рыбы и рак рыба, но очень даже достойно даже вот такую коробочку взять на обед, если вы работаете в офисе и у вас есть микроволновка.